Я что-то не поняла. Это я Алене порезала яблочки. Баксик. Баксик, ты опять носик морщишь? Некрасиво вообще-то так себя вести. Некрасиво. Баксюня, не надо меня пугать. Я хочу яблочко. Дай мне яблочко. Повелитель яблок. Ну? Ведь не будешь. Ведь не будешь. Вот не хочет, но охраняет. Или будешь? На кусочек маленький. На. Большой. Зубы. Зубы. У нас он чемодан уже приготовленным. Аленка в игру играет. Ну, некрасиво, Бась. Некрасиво, давай. Угу. Давай. Маму. Маму, пожалей. Пожалей, маму. Бась. Ну, пожалей, маму. Пожалей. Пожалей. Собака. Ты что сегодня не в духе, а? Сегодня денек хороший. Бася, нет, в пекарню не пойдем. Нет. Мы сегодня без пекарни. Небо голубое. Самолет летит, вон вижу. Ой, здорово. Георгины красивые. Бабушки продают. Такие красивые георгины. Прелесть. Бась, подожди. Сейчас будет зеленый. Ты меня закрутил. Сейчас будет зеленый. Пойдем. Понял? Баксюня, не скули. Давай сидеть. Вот здесь сидеть. Сидеть. Сидеть, сидеть. Немножко прогуляемся. Погодка вообще суперовая. Смотри, самолет летит. Это, наверное, в Курумыч летит. А муж сидит на рыбалке. А что ты скулишь? Будет зеленый, пойдем. Подожди. Баксик меня сегодня тянет на Волгу. Идем. Красота. Ой, небо, выходной, небо голубое, так, пойдем срежем маленько дорогу, через площадку быстренько пройдем. Ой, Баська, ой, какая красота, какая красота. 3 часа дня. Тишина, народа нет. Единичные. Эх, там Джек Рассел бежит. Так, только не драться. Ты не дерешься? А, здоровались? Ты не дерешься? Ты хороший мальчик. Ребятишки лазят вон. На этих дельфинах, на акулах. Ну, короче, не съел нас Джек Рассел. Да, Бася? Вот это тепло. Я вот такой тонкой курточки. Вчера была на массаже. Баксик, ты какой меня тянешь? И мне массажист испортил брюки спортивные. Спортивный зеленый мой костюм. Капнул маслом. Постирала, не отстирала. Не знаю, что делать теперь. Вот надела фиолетовый свой, сиреневый, как правильно сказать, костюм. Но у него рука в 3/4, я не знаю. Я его для Турции берегу, а тот у меня как повседневный был. Не знаю, чем отстирывать. Пахнет водой такой, как плесенью, что ли, наверное, то, что оголённые. Бась, прыгай, бояка. Оголённые камни, да, они пахнут.
кто с палками, кто с удочками. А что ты скулишь? Ты хочешь к воде туда? Ну, сейчас пойдем к воде. К воде пойдем. Плесенью прям так жутко пахнет. Стойкий запах плесени от камней. Муж приехал с рыбалки, говорит, сейчас спущусь к вам, машину здесь поставлю рядом. Сюда нельзя заезжать. О, Додо пицца. Реклама Додо пицца. Классики для детей. Огонек. Огонек. Кто не знает, что это огонек. Так, вот там чайки сидят. А вот они плавают, чайки. Басенька, сейчас спустимся, не переживай. Не переживай, где ты? Бакс. Какие-то палки ест, как всегда. Хочет к воде. Пойдем, пойдем. Идем к воде, идем. Идем. Идем, малыш, сейчас спустимся. Вот эти пентхаусы, танхаусы, вот то... Право, живут, а здесь, по-моему, вот в последнем, что ли, не живут отсеки. Чё, Басюнь, пойдем к воде? Пойдем. Ой, хочет к воде. Мальчишки, вон рыбачили? Рыбачили? Ну, куда ты? Спускайся. К водичке, Басика. К водичке нельзя. Фу, палки какие-то хватает. Иди, тут вон стекла. Ой, Баська, стекла нет. Стекла. Ныряют вон чайки. Ныряют. Так, а здесь утки. Утки, чайки. Чего ты? Ты хочешь к ним? Бась, воды-то нет. Смотри, вообще вода ушла. Ну, кто говорит, что это из-за жаркого лета, а кто, что строит мост в... Блин, забыл, как называется деревня. Туда дальше, где Новый город, там строят мост. Вроде как бы слили, не знаю. Ты к уткам хочешь? Туда хочешь? Васька, суета. Ой, очень плохо пахнет. Пойдем дальше. Упадешь! Покажем водичку. Водичка чистая. Тут мелко. Эх, купаться как хочется, Басенька. Как хочется искупаться, когда вот чистая вода. Ждем море, ждем море. Смотрите, какая дорожка сегодня от солнца. Блестящая. Если еще будет возможность, вечером сходим. Погуляем. При такой погоде почему бы не погулять. Что-то у нас набережной повело. Где нагнуло, где согнуло что-то плиты. Ксюня. Вперед. Вперед. Вот видите, плита поднялась. Здесь опустилась, треснула. Ну, короче, рассыпалась. А, утки. Эх, утки покой не дают. Ой, Баська, утки. Утки плавают. А ты ходишь, да? Их он. Ну, тут прям рыбьим жиром пахнет. Так, вдыхаем рыбий жир. Омега. Баська, весь в мухах, в этих каких-то мелких. Мушки. Ух ты. Ух ты. Какие там плиты-то внизу. Вот так вот. И перекати поле. Смотри, Баська, сколько веточек. Смотри, перекати поле. Ну,
Не интересно тебе? Давай уточку посмотрим. Давай. Прыгай. Тихо. Тихо. Сюда. Сюда, вон утки. Утки. Идем. Спустись. Что-нибудь там ищет. Что-то обгладывает там. Такие большие стали. А это место для поп. Баська. Ты чё лёг? Дурачок. Дурачок. А? На уток смотрит. Что, крякают, ходят, да? Баксик за ними смотрит. Следит за утками. Эх, тебе б туда сейчас. Дрон летает. Как оса жужжит. Запустил, признавайтесь. Снимает все. Ех ты как, полетел. Вот он, вот он. Дрончик. Привет. Бась, что это? Смотрите на Бакса. Дрон запустили. Все, нас снимают, Баська, с тобой. Нас с тобой засняли, как мы дрон снимаем. Понял? Ты понял? Баксик, ты понял? Теперь над водой летает дрон. Уточка снимает с дрона. Бась, папа, смотри вперед. Бась, папа, папа, он на меня смотрит. Бася, папа, узнал? Ты его узнал? Ты узнал его? Его узнал? Собака? Все, все, все. Ныряют в уточки, Баксинка. Смотри. Ой, как. На этом месте почему-то все ныряют. И вот еще идут к ним. Вась, ну не скули, пожалуйста. Дергает меня. Туда хочешь? Нырять? Ныряй уже давай. Устал Баксик. Все, идем домой. Еще раз снимем такую красоту сегодняшнюю. Не знаю, будет еще такие денечки. Может, в октябре будут, да, Коль? Когда мы уедем на море. Когда нас тут не будет. Пойдем. Мы все эти вот рассматривали у каждого
Здесь же танхаусы, у каждого первый, второй этаж. И кто во что горазд. Красиво, у кого елки, у кого какие-то виноград даже плетется. Здесь вот тоже плодовые. Говорю, я бы тоже занималась, если бы здесь жила. Баксик. Песку. Поехали. Пескунчик. Успокоился. Взяли на ручки. Ставка торта. Так, Басик, не злись. Алена, а ты носки для него положила? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ой, мы тебя любим, написано. Видишь? Клубника, как ты хотела. Что, сегодня не будем открывать? Алён, завтра будем открывать. С клубничкой, как Алёна хотела. Вот, бумажку украла от конфетки. Ладно. Бумага от конфетки. Неси тортик в холодильник неси. Вечер, и я готовлю ужин. Куриное филе такими небольшими кусочками нарезала. Ну, такими слайсами, так скажем. Все посолила, поперчила. А, специи, грибы у меня с луком жарятся, с чесноком. И здесь я картошку. Картошку нарезаю слайсами. Как я это делаю? Вот такая штучка. Вставляю картошку. Сейчас я вам покажу, когда уже ставлю. Картошка вот так насаживается. Берем и вот такими движениями. И что у нас получается? У нас получаются отличные слайсы картофельные. Вот. Вот что у нас получается. Вот такие вот штучки. Одинаковые. Буду я ее сюда выкладывать потом. Так, еще две картошки. Я покажу. Это терка. Купленная еще в 90-е годы. Вот такой она фирмы Бёрнер. Тогда она стоила в 90-е очень дорого. Здесь очень такое острое лезвие. Насадки меняются. Например, такие брусочки картофельные крупные. Брусочки мелкие для жарки, фритюра. И вот такие вот слайсы. Сейчас я их сюда выкладываю. На них пойдут грибы. Потом помидорка, сыр. Все в духовку. Очень вкусно. Красивое блюдо получается. Помидорки сверху. И сейчас накрою. На картошку у меня уже грибочки с луком, с чесноком жареные. И сейчас фольгой накрою, потому что все это будет подсыхать. А когда в фольге, с фольгой накрыто, тогда будет сочненько и вкусненько. В конце за 5-7 минут натру сырок. У меня, правда, его не так много. Хватит мне сыра. И зажарится, и все. И блюдо готово. Вкуснейшее, сочное. Алена любит такую еду. Бася, ты что пришел? Эй. Подъедаешь? Чё ты там подъедаешь-то? Чё ты подъедаешь, собачка? Ну, ну чё ты? Тут нет морковки сегодня, Бася. Морковки нет. Ну что, запеканка картофельная у меня в духовке ещё. Я здесь делаю такую болтушечку. Здесь сметана, майонез, два яйца, сыр твёрдый. И немножко посолила. Сейчас ещё немножко поперчу. Красненький перчик, чили остренький и 4 перца, смесь приправ. В конце буду заливать приготовление, в конце приготовления где-то минут, ну, наверное, на 10. Ну, посмотрю, как подрумянится все, и все готово. Картошечка уже на полуготовности.
Я достала, проткнула, вроде уже чуть-чуть помягче стало. Залила этой смесью, опять закрываю фольгой и на полчаса. Хочу на полчаса, дальше будет видно. Чего тебе там от Мишки надо? А? Ходит, ходит, что-то бродит. Ты что там ходишь? Бродишь? Нельзя одежду трогать. Ну, деловой, деловой ходит. Проверяет все на ночь. Духовку уже все выключил я. Достала вкусняшку. Немножко у меня вылилось в духовку, когда кипело. Завтра буду чистить духовку. Немножко там накапало. Так что духовку чистить будем завтра. Сегодня уже некогда. Горячее, боюсь. Так, ну что, пробуем. Вкусно, аппетитно, красиво.